В общем, Пригожин хочет объяснить Владимиру Путину, что действия российской армии ведут к катастрофе для этой самой армии, чтобы Владимир Путин вновь разрешил Пригожину вербовать заключенных, вновь дал снарядов и вообще, может быть, куда-нибудь поставил бы каким-нибудь министром. Но есть и вторая история, очень, мне кажется, здесь симптоматична. Вы обратили внимание на дедушек? Вы обратили внимание, что Пригожин уже говорит «дедушки» во множественном числе? Это выглядит совершенно неорганично, но почему это происходит? Значит, после того, как Пригожин в одном из предыдущих видео, я думаю, вы помните, сказал, что сидит счастливый дедушка, который может оказаться конченным мудаком и все просрет для будущих поколений, многие, включая меня, интерпретируют это как наезд лично на Путина. И я на 100% уверен, ну, 99% уверен, что это он и был. Потому что, как я и говорил в том видео, даже если Пригожин имел в виду кого-то другого, он прекрасно понимал, как это будет считано. И я опубликовал это специально, потому что хотел, видимо, накалить. Но сейчас он понимает, что перенакалил, что личные выпады на Владимира Путина – это проблема. Поэтому он начал рассказывать, что это Герасимов, что это Шойгу, еще что-то там пытался выдумывать в аудиоответах. И здесь вот он как бы так невзначай говорит «дедушки», для того, чтобы аудитория такая, ну вот он дедушками называет генералов. Ну, выглядит это совершенно неестественно, для меня, по крайней мере, но точно является сигналом того, что Пригожин сам понимает, что он слишком перемудрил и перехитрил, и сделал слишком большой выпад. То есть он уже успел осознать, что наезжать лично на Путина не имеет смысла. Но это ладно, мелочи. Значит, дальше о том, как, собственно, дезинформируется российское общество, говорит Евгений Пригожин, как используются слова для того, чтобы все затуманить, и какие в итоге последствиям это приводит. Он перечисляет все моменты, которые были в российской военной кампании, все моменты с отступлениями, напрямую наезжает и признает, что это все было катастрофой, и дальше катастрофа может быть только хуже. Тактическое отступление, тактическая перегруппировка, мы ее уже видели, сначала мы понесли глубочайший столетний позор под Киевом, перегруппировываясь, потом под Харьковом перегруппировались, под Херсоном перегруппировываемся. Теперь мы на Верховском водохранилище перегруппируемся. Верховское водохранилище – это не просто место на карте. Это ключевая высота, которая была потеряна. Украинцы, ВСУ, Залужный и компания, они действуют согласно тем учебникам советским, которые писались умными людьми. А то, что происходит у нас происходит, к сожалению, безумие и попытка в СМИ назвать трагедию красивыми словами. Эти красивые слова смотрит 30% населения страны по телевизору. Из этих 30%, которые смотрят телевизор, 10%, 30% вот общего количества в 30 живут за Уралом, вот как раз они и будут сидеть спокойно. А все остальные очухаются тогда, когда очухиваться надо уже будет поздно. Поэтому решение надо сейчас принимать. В конце концов, товарищ Сталин, маршала Егорова, если не ошибаюсь, который был начальником генерального штаба, расстрелял с формулировкой за развал генерального штаба и предательство интересов страны врагу. Похоже, эти формулировки нужно опять применять. Ну, опять, видите, расстрелять генералов и все прочее. Я думаю, я смог уже вас убедить, и надеюсь, этот фрагмент поставил в этом точку, что обращение здесь идет лично к Владимиру Путину. Кто может принять решение о расстреле маршала, ну, в данном случае, министра обороны или начальника генерального штаба? Конечно, Владимир Путин. Поэтому очень хочется Пригожину, чтобы эту запись увидел именно он. Ну, увидим зато ее мы, и эта запись в очередной раз демонстрирует, как много проблем у российской стороны сейчас в самой горячей точке этой войны, в Бахмуте, в символической точке, которая имеет в большей степени символическое, нежели военное значение, и что эти проблемы только растут. Это грызня, это всем на руку, ну, всем, кто ждет победы Украины, желает победы Украины, помогает победе Украины, которая и только она может привести к стабильному и прочному миру. И, значит, Пригожин делает вклад в эту самую победу. Дальше Пригожин, ну, просто начинает откровенно врать, и сейчас мы с вами разберем, почему. Это самый мой любимый фрагмент, где он рассказывает про то, что российская армия очень плохо подготовлена, в отличие от его орлов. Мои солдаты, они учатся как минимум 2 месяца. Причем подготовка их идет 20 часов в сутки из 24. И поэтому, если ты не можешь, ты по дороге умрешь от инфаркта или инсульта. Но если ты пришел на передовую, ты будешь монстром. А то, что происходит сейчас
в подготовке солдат, которых мы видим, выставляют мобилизованных на передовую, это просто утилизация. Так делать нельзя. Народ в России закончится. Самое главное в любой войне – это не территория, это солдат. И поэтому солдата надо беречь. А чтобы беречь, его надо гонять по полигону и заставить его уметь все, что необходимо делать. А на сегодняшний день происходит так. Солдаты сами по себе. Генштаб где-то в космосе сам по себе. Я много раз был на Фрунзенской. Паркетный генерал называется паркетным, потому что везде паркеты, везде дорогой гранит и мрамор. Все генералы, ни одного полковника по дороге не встретишь. От всех пахнет духами дорогими так, что просто аллергия начинается. И поэтому разрыв. Там генералы прутся от жизни, там солдаты внизу голые босые погибают, а дальше прошли прокладки. И эти прокладки все, они, к сожалению, тряпочные. Значит, в чем здесь вранье? Неужели я хочу сказать, что российская армия подготовлена? Нет, конечно. Ну, то есть здесь Пригожин абсолютно прав. Совершенно необычные люди, которые ничего не умеют, ничего не могут, с низким моральным духом, и которые бегут со своих позиций, стоит им завидеть врага. Это абсолютно правильно, это абсолютно точно. Где же тут вранье? Вранье в очень простом месте. Пригожин обращается со своими людьми еще хуже. Таких потерь, как у Вагнера, нет нигде. Это самые большие потери, которые вообще зафиксированы за 21 век в какой-либо армии. Пригожин использовал людей просто как расходники, как патроны этих самых заключенных, которые, если отказывались исполнять приказы, их расстреливали на месте или отправляли на подвалы. Это человек, который громит своих заключенных и незаключенных кувалдами. И вот он в штурмовые атаки послал такое гигантское количество людей, что это прям, ну, очень сложно представить в какой-либо армии мира. Об этом писали западные разведки, об этом писали российские источники, и это стало причиной того, что Вагнеру, именно Пригожину, перестали давать заключенных, потому что их погибало слишком много. Тысячи и десятки тысяч людей были убиты Пригожиным в рамках этих самоубийственных штурмов. Поэтому, когда он предъявляет Министерству обороны, что значит, это они солдат используют вот как расходник, и что это все, значит, это все каким-то образом не соответствует тому, что происходит в Вагнере, это чистой воды ложь. То есть понятно, что это что это ложь, направленная на российских солдат. То есть он пытается, как вы помните, по первому аудиосообщению, которое прислал Пригожин, которое стоял в начале, пытается понравиться российским солдатам, в том числе мобилизованным, объясняя, что вот у них начальство плохое, а он-то, Пригожин, их любит и ценит, как никого другого. Ну вот это тот самый Пригожин, который огромное количество солдат пускал в расход. Более того, этих самых мобилизованных вагнеровцы тоже пускали в расход. Об этом есть довольно большое количество сообщений. Как это выглядело? Вагнеровцев заставляли под дулами автоматов мобилизованным идти под огонь и вытаскивать вагнеровцев раненых, которые там лежат. Вагнеровцы отказников или людей, которые отказывались выполнять приказы, которые им считались самоубийственными, вот этих самых мобилизованных тоже, брали на подвалы и там их пытали. Это тоже зафиксированный факт. Именно вагнеровцы выполняли эту роль. Более того, утверждается, вот здесь я уже на 100% не могу быть уверен, что вагнеровцы также выступали в роли заградотрядов на нескольких направлениях. Этого мы точно знать не можем. То есть есть такое о кадыровцах, что, в чем я, например, уверен. Про вагнеровцев, я бы сказал, 70 на 30. То есть 70%, что это действительно было так. Вот. Поэтому все эти рассказы Пригожина о том, как он сопереживает российским солдатам, как он душой за них и как Министерство обороны плохо их готовит, это полная чушь. Ну, то есть вагнеровцы готовили своих, в том числе заключенных, гораздо хуже. Может быть, Пригожин имеет в виду вагнеровцев, которые не заключенные. Но на самом деле группировка «Вагнер» в эти месяцы в Бахмуте, это была группировка именно заключенных, потому что они взяли 40 тысяч заключенных, что больше, чем было в группировке «Вагнер», там на пике, по-моему, 10 тысяч было, если мы говорим про именно солдат-наемников, и вот использовали их, как, значит, и пушечное мясо, и все на свете, в том числе и третировали мобилизованных, которые вместе с ними участвовали в ряде операций. Поэтому все эти рассказы про честь, благородство, значит, и про то, что офицеры мудаки, а он Пригожин святой, это, конечно, исключительно маркетинг, и это нужно
нужно российским солдатам тоже понимать, не очаровывать. Хотя, если часть российских солдат очаруется Пригожином, и как-то они начнут все перестреливаться между собой, вагнеровцы плюс какие-нибудь мобилизованные с другими мобилизованными, контрактниками и прочими, не имею ничего против. И наоборот, видите, всячески информирую всех людей о этом замечательном конфликте жабы и гадюки, где я желаю удачи и жабе, и гадюке, и чтобы они активнее боролись друг с другом, вгрызались друг другу в глотки, тогда силам ВСУ будет гораздо меньше работы, и война закончится быстрее, и в том числе меньше людей будет призвано на фронт со стороны России, и даже те, кто переживают о наших мальчиках, я знаю, такие люди существуют, я к ним себя не отношу, потому что я циничная скотина, очевидно, потому что мне не жалко людей, которые берут автоматы, приходят на территорию другой страны убивать людей, но даже с позиции тех, кому жалко наших мальчиков, значит, чем быстрее закончится война, чем быстрее будет победа ВСУ, тем меньше наших мальчиков призовут на этот самый фронт, поэтому это и в их интересах. Донатьте ВСУ и распространяйте информацию про Пригожина и про его конфликты с Министерством обороны. Это очень полезно и правильно. Ну и последний кусок, честно говоря, я думаю, что если вот вы представите немножко менее гопническую манеру общения и более спокойный голос, то вам даже на секунду может показаться, что это слова, которые говорю я. Давайте послушаем. И все, которые были с яйцами, они все вырезаны за последние 10 лет. Остались только те, которые готовы вылизывать жопу. И если ты не вылизываешь жопу, ты не устраиваешь эту систему. И поэтому тебе вышибают зубы, если ты слишком зубастый. И из-за этого проблема. Решения принимаются, а после этого внизу не исполняются. Потому что прослойка, она вся качается, она вся тряпочная. Те, кто спорил, те, кто пытался выразить свое мнение, все уже либо на пенсии, либо обосранные сидят в углу где-то, забитые, просто так, чтобы рот не раскрыть было. Потому что если ты раскроешь рот, тебя отправят к тем, которые забитые в углу сидят. Вот проблема та сегодняшняя, которую надо решать, либо ее русский народ сам когда-нибудь решит. Как вам, а? Ничего не напоминает? Не напоминает бесконечный поток видео, где мы об этом говорили, что все российские военные офицеры, все люди, которые могли бы действительно проявлять себя как талантливые полководцы, все они были задвинуты Владимиром Путиным? Все те, кто имел хоть какие-то амбиции, всю какую-то свободу воли, они задвигались Владимиром Путиным. Единственное, в чем я не согласен с Евгением Пригожиным в этом пассаже, что офицеры с амбициями, с возможностями, с умом, они бы лучше исполняли приказы Путина. Нет. Они бы вообще не исполняли приказы Путина. Они бы не пошли на то, чтобы выполнять преступные приказы и развязывать эту войну. В моем представлении. Ну, мы видели такое много раз, когда действительно именно офицеры, именно военачальники высокого уровня, те самые, которые могут талантливо воевать, именно они становились теми, кто опрокидывал диктатора. Потому что именно ум, амбициозность и возможность не соглашаться с решениями позволяет человеку понимать, преступность и ужас того, что от него требуют. Бесхребетный ползун, типа к того, каким был Пригожин до критической ситуации, да, он же сейчас такой смелый и критикан. Почему? Не потому, что он как-то вдруг решил, что, знаете, у меня там что-нибудь отросло. Нет, просто он в безвыходной ситуации, он это понимает. Он оказался в ловушке, в которую сам себя и загнал. И ему это не нравится, именно поэтому он начинает вот так вот ерепениться. Но также он был таким же слизняком, как и все остальные слизняки, которые послушно исполняли, извините, что к пустой голове, все приказы, которые давались сверху. И были теми самыми убийцами. Сколько бы Пригожин не строил из себя человека чести, и сколько бы он не отвешивал комплиментов руководству Украины, он тоже является военным преступником, который приказывал идти и уничтожать города, убивать людей и, собственно, стрелять по зданиям, по жилым домам. Не ракетами, но как минимум артиллерией. Да? Поэтому Пригожин, не надо им обольщаться. Это такой же военный преступник, который занимался преступлениями, правда, на тот момент не военными, еще до полномасштабного вторжения. Да? Который делал это на территории совершенно разных государств. Это убийца, это самый настоящий подонок, место которого в тюрьме, и я надеюсь, что он в ней будет. И даже надеюсь, что по справедливому обвинению, типа не в российскую тюрьму его посадят на какое-нибудь особое положение, знаете, как в российских тюрьмах иногда сидят с крабами, с икорочкой, с плазменным телевизором, а, собственно, он будет судим честным судом, который предъявит ему за все его преступления против человечности в том числе.